Напомню, 12 июня бердская общественница провела одиночный пикет. Наталья Слесарева вышла с плакатом, на котором было написано «Бердск против мусорного полигона». По словам активистки, позади бердского кладбища развернуто строительство мусорного полигона. Поступила информация о том, что у нас хотят строить за кладбищем мусорный полигон. Значит, мы на основании вот этого решили сделать. Это было позавчера. Проговорили, у нас инициативная группа, общественная инициативная группа «Зеленый патруль». Мы, значит, по телефону созвонились и решили сделать запрос в администрацию. Евгений Анатольевич позвонил и сказал, что ничего там строиться не будет, там, значит, будет это строиться... Искитим. Зарегистрировать факт проведения одиночного пикета и его направленности на место выехала группа сотрудников бердского отдела полиции. По поводу проведения одиночного пикета гражданки вопросов не было. От нее на месте принято заявление о том, о предоставлении сведений, что какой объект строится вот по этой дороге в сторону кладбища. То есть иных каких-то заявлений, объяснений, материалов, то есть в отношении гражданки здесь не составлялось. Наша съемочная группа выехала на место проводимых работ. Технику здесь действительно увидели. Мы связались с директором компании, который является собственником участка. На данном участке никаких работ пока не ведется. То, что там будет, пока непонятно. Разрешений никаких еще не получено. Будут официальные документы, будут официальные комментарии. Никто на данный момент не пытается что-то скрыть или там обманывать. То есть по факту на самом деле там это временная дорога. Участок, собственно, мы прокладываем, это временная дорога. Мы отступаем, причем по существующей дороге, которая пользовалась ранее. Просто мы приводим в порядок, чтобы я имел доступ к своему участку. Чтобы не вопалям ходила, а была для дорога. Самого строительства полигона никакого не ведет. Нет еще никакой разрешительной документации. На сайте медиахолдинга ТВК опубликовано открытое письмо главе Бердска. Автор Алексей Шабин обращается к Евгению Шестернину, считая лишь в его силах остановить процесс получения разрешения на строительство полигона. В пресс-центре городской администрации заявили, что на их официальном сайте имеется ответ Евгения Шестернина, где он выразил свою позицию по этому вопросу. Цитирую, на территории Бердска мусорный полигон не строится. Корреспонденты ТВК будут следить за ходом событий.